Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Геополитика и жизнь». Сегодняшняя передача будет посвящена проблемам электронизации нашей жизни. О том, что информационные технологии широким шагом идут в нашу жизнь, мы слышим постоянно. Мы слышим о том, что внедряются электронные документы. Электронизуются не только электронные документы, электронный документооборот, но и банковское дело, электронизуется даже медицина, обучение, речь идет о дистанционном обучении. Все это сулит огромные выходы цивилизации и каждому отдельно взятому человеку. Да, действительно, очень удобно. Зачем ходить в сберкассу, зачем стоять в очередях, тратить время, когда можно нажатием нескольких кнопок осуществить платежи или перевод денег. Но, как известно, любое благо оборотной страной своей имеет угрозы. И вот какие угрозы несет с собой электронная революция, мы в нынешней передаче и поговорим. Особенно это актуально в условиях, когда мир расколот по разным признакам, по классовому признаку, по социальным слоям, по геополитическим ориентациям, по государственным блокам, когда в мире господствует финансовый капитал и транснациональные корпорации, претендующие на мировое господство, а народы пытаются не допустить этого. Для того, чтобы поговорить на эту тему, в нашу студию приглашена Людмила Аркадьевна Рябиченко, один из ведущих экспертов в России, я не побоюсь этого сказать, по этой проблематике, и плюс к тому же председатель движения «Семья, любовь, отечество», которое защищает как раз семейные традиционные ценности. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, Константин Валентинович. Людмила Аркадьевна, вот мы начнем с того, что вот вы, наверное, слышали мое выступление. По каким направлениям сегодня идет внедрение IT-технологий в нашу жизнь? Вот, в России и в глобальном направлении. Что вы можете сказать? Что там делается? Таким, знаете, обзором общим. Да, обзором. На самом деле сейчас мы являемся свидетелями такого рывка, небывалого взрыва просто информационного, когда оцифровывается вся наша жизнь. И, наверное, самое главное направление, которое захвачены, направление, в которых реализуется это информационное вторжение, это государственное управление, это здравоохранение, образование, это кадры и образование, тоже отдельное направление, и информационная безопасность. Собственно говоря, эти направления и указаны как основные в проекте «Цифровая экономика Российской Федерации», о которой хотелось бы поговорить. Ну, Людмила Аркадьевна, то есть мы можем говорить о том, что цифровая революция фактически охватывает все маломальски значимые сферы жизни общества и касается каждого непосредственного человека. Безусловно, да. Людмила Аркадьевна, ну вот вы говорите, что идет вот таким широким спектром вот эта информатизация. Как она затрагивает людей? Какие существуют документы, что ли, которые регламентируют вот этот процесс? И существуют ли они вообще? Может быть, это идет естественным путем? Талантливый блогер разработал программу или какую-то создал сеть, куда-то инициировал, и все дело пошло. Или это наоборот, это жесткая определенная система документов, которые регламентируют действия государства на всех ее уровнях иерархии управления по реализации вот этих вот проектов. И, может быть, даже имеет глобальные значения, внедряются эти системы на глобальном уровне. Безусловно, технологии разрабатываются теми, кто ими владеет, то есть это инженеры, айтишники, как это говорят. Но есть и, как бы мы сказали, наверное, назвали бы центром управления. Есть целая теория, Клаус Шваб, есть такой известный, в общем-то, человек, который является бессменным президентом экономического форума в Давосе. Он написал книгу «Четвертая промышленная революция», и в которой он подвел основу под то, о чем мы сегодня с вами говорим, что вот этот взрыв информационных технологий должен поменять мироустройство. И вот эти вот цифровизация жизни, она там предложена как базовая основа для вот этой изменения жизни, оцифровки всего того, что нас окружает, и самого человека. И потом претворение этих теорий нашло себя в документах экономического форума Санкт-Петербурге. Какие? Что там было принято? Там было принято как раз вот одно из решений, это было всемирно поддержать и продвигать цифровую экономику в Российской Федерации. Загвоздка только в том, что нет единого определения того, что такое цифровая экономика. Всемирный банк говорит о том, что цифровая экономика – это форма отношений экономических, общественных и политических в каком-то конкретном государстве. Но это же не экономика, там практически какая-то доля того, что названо и относится к экономике. То же самое, если мы будем говорить о проекте «Цифровая экономика», и мы коснемся, наверное, дальше его, там не говорится вообще ничего об экономике, хотя заглавие такое. Ну, мы понимаем, что экономика, она возникает из системы отношений между людьми. Если в системе отношений между людьми, скажем так, оцифрована, то, соответственно, оцифрованная экономика. Вот. А в России существуют ли какие-нибудь документы, регламентирующие реализацию этих проектов? Ну, мы с вами в свое время очень активно боролись на разных форумах, на разных мероприятиях против того, чтобы в стране были введены единые электронные документы, регламентирующие личность. Мы об этом говорили. Какие документы сегодня действуют в России? Тем более, что вот нам известно хорошо, что ваша борьба на этом поприще, так сказать, увенчалась немалыми успехами. Да, на самом деле удалось отклонить и универсальную электронную карту, против которой, как вы сказали, мы вместе с вами выступали, которая должна была еще достаточно давно объединять все усилия человека в едином кусочке пластика. Но кусочек пластика сам по себе ничего не значит. Файл, в котором собирается вся информация о человеке, вот это вот внушало тревогу. Но если мы посмотрим еще глубже, в 2001 году была принята программа «Информационное общество», в 2010 году была принята программа «Электронная Россия», и они там все прописывают, все то, что сейчас у нас происходит. Создание единых реестров данных, и у нас в России была создана такая, и даже принят закон в прошлом году, информационная система «Контингент», которая объединяла сведения не только о детях, как предполагалось из названия, но их родителях, родственниках, с рождения и до смерти, о каждом человеке. Но протесты общественности заставили этот закон отклонить, и прецедент такой был вообще небывалый, потому что президент отклонил уже принятый закон. Вот. Но, тем не менее, сейчас чиновники Минюста начинают создавать новый единый реестр данных о всех гражданах России. И мало того, вот 4 июля премьер-министр Медведев подписал постановление о создании единого реестра данных. При этом никто никого не спрашивает, а куда же девалась Конституция, 23-24 статья. Где... Какая статья там? Там говорится о том, что разглашение и сборы информации о гражданине допускается только с его согласия, первое. И второе, что эти данные подлежат защите, включая личную семейную тайну. Мы видим, что единый реестр данных вообще не оглядывается совершенно ни на личную, ни на семейную тайну, а создает общее пространство, в котором, самый важный момент, предполагается создание единого идентификатора для гражданина, который будет несменяемым 12-значным номером, который заменит его имя. Об этом сказано в документах, в комментариях, в СМИ. Это не наши фантазии и страшилки. Но я тогда задаю естественный вопрос. А как наше руководство... Тот же самый Минюст, который стоит на страже закона, соблюдает закон, принятый в 2005 году, о персональных данных. Этот закон гласит, что создание единой базы данных о гражданах России, сбор персональных данных, единую базу данных о гражданах России недопустим. Он прямо запрещает это. Как быть здесь? Как Минюст реагирует на подобные грубейшие нарушения законодательства Российской Федерации? Мы тоже анализировали, наши эксперты анализировали эту ситуацию, не могли понять, а как у нас на самом деле такая коллизия происходит постоянно. У нас есть запрет, у нас есть Конституция, которая тоже ограничивает владение нашими данными. Но вы сами знаете, как выглядит все это на практике, когда вы куда-то приходите, вам дают бланк, где вы должны расписаться, согласие на обработку ваших персональных данных, а если вы не расписываетесь добровольно, то вас исключают из вообще всех действий, ваших взаимодействий с государством в сфере здравоохранения, образования. Да? То есть вам говорят, что ваш ребенок, если вы не подписали согласие на обработку его персональных данных, как на первых порах было написано, включая трансграничную передачу. Если вы не согласны, если вы это не подписали, то вам говорят, ваш ребенок не сдаст ЕГЭ, он не будет участвовать в олимпиадах и так далее, и начинается давление на родителя. И это все добровольно. В здравоохранении точно так же вы приходите в поликлинику, вам говорят, подпишите, да, согласие на обработку персональных данных, причем не вы регулируете перечень вопросов, которые там обрабатываются, вас никто не спрашивает, просто должны подписать то, что вам навязали, как бы, все те вот позиции, которые вы должны заполнить. Людмила Аркадьевна, ну хорошо, есть база данных медицинская, есть база данных образовательная, есть база данных спецслужб, есть база данных МВД. Закон, собственно говоря, создание вот таких локальных баз данных не запрещает. Не запрещает. Никто не возражает. Он запрещает, кстати, их объединение. Абсолютно верно. И объединение, просто надо объяснить нашим слушателям, зрителям, объединение не обязательно должно быть физическим. То есть не обязательно все эти данные запихать в одну машину. Достаточно объединить большое количество машин единой сетью передачи данных и единым доступом к этим данным. Когда получается единый ключ ко всем этим данным, это превращается в одну базу. То есть вот сегодня мы имеем распределенные данные, где нет единого ключа. В одну базу один вход, в другой вход. Вот. И нельзя одновременно получить все данные. А когда мы получаем единый ключ, будь то электронная карта, будь то какой-то другой идентификатор, еще чуть-чуть, все, создалась единая база данных, что является грубейшим нарушением. Вот этот момент, как вот раскручивается нашими, разруливается, прошу прощения, нашими господами из Минюста, такими праведниками и хранителями законности. Да, да. Я хочу поддержать вас, Константин Валентинович, в этом, потому что на самом деле это беспрецедентная вообще ситуация, потому что нигде в мире нет единых баз данных. Мало того, в Германии принят специальный закон на основании решения Верховного суда о запрете создания единых баз, потому что они несут угрозу национальной безопасности. Мы сейчас создаем единую базу данных, причем нас уже никто вообще просто не спрашивает, согласны мы или нет. Просто вышло постановление, вот 4 июля принято, и давайте создавать. И сейчас начинается объединение, межведомственная база. Туда основой станет информация из ЗАГСов, начиная с 29-го года, ну и до нынешнего времени и так далее. Все будут данные оцифрованы с 29-го года. И вот эта единая база данных, в которой будут стекаться сведения из всех ведомств, которые взаимодействуют с человеком, и кто-то этим всем будет владеть. Пока мы задаем вопросы, как вообще происходит, почему это происходит, ответа мы не получаем. Мы пишем обращения, там, в том числе на все уровни власти. Пока еще нет внятного ответа, почему это происходит. Людмила Аркадьевна, а вы можете сказать, вот вы сказали, кому-то, кто-то будет этим владеть. А кто, вы можете сказать, будет этим владеть? Давайте так. У нас сейчас есть проект «Цифровая экономика Российской Федерации», который предложен, разработан... Там государство было владеть или кто-то другой? Там он разработан правительством Российской Федерации. Так. Предложен для обсуждения президенту, это произошло вот совсем недавно. Президент сказал о том, что нужно доработать и принимать, и прокомментировал о том, что цифровая экономика – это наше будущее. Но беда-то в том, что он говорит просто о явлении цифровая экономика, как развитие цифровых технологий, да, и мы не против прогресса. Но мы говорим о проекте «Цифровая экономика», в котором говорится об оцифровке жизни гражданина во всех направлениях. И мало того, переустройстве жизни, ориентации совершенно другие цели. И мы тогда можем проследить, анализируя этот документ, он очень объемный и очень насыщенный такой, скажем, содержательно. И требуется очень много работы для аналитики. По нашему мнению, под предварительной оценкой, этот документ создавался все-таки не в Российской Федерации. А где? Естественно, возникает вопрос. И для кого? И в чьих интересах? Так, раскройте. И первый вывод, который мы делаем, исходя из анализа этого документа, о том, что первое объединение данных этих будет происходить на уровне ЕАЭС. То есть там будет трансграничная передача данных, объединение баз данных. То есть не просто Россия единый реестр создает, а ЕАЭС создает единый реестр данных о гражданах. Но для того, чтобы понимать... А зачем... Евразийский экономический союз. Да, понятно. Да. Для того, что, да, то есть это начало, да. Но если мы понимаем, что нам настоятельно рекомендуют это сделать, вот сейчас был форум «Большая двадцатка», да, и где об этом отдельно говорилось, и было отдельное направление работы, И мало того, на сайте правительства Германии мы найдем даже целый раздел о цифровом здравоохранении, и мы проанализировали, просмотрели документы, там тоже говорится о том, что нужно срочно вводить цифровизацию жизни. Внутри самой Германии. Да, внутри самой Германии. И мы понимаем, что эти процессы касаются и Европы, касаются всего мира. И мы тогда будем, наверное, делать выводы, которые лежат на поверхности. Что куда-то сейчас направляются потоки цифровых данных, подсчета оперативное управление, да? И когда мы смотрим, куда же это направляется, и когда мы видим, что это идет из Давоса, да, из Международного экономического форума, где собирается весь цвет мировых экономических воротил, и когда мы понимаем, кто же все-таки за ними всеми стоит, мы естественным образом, без всяких там отсылов нас к тому, что мы там нагнетаем и преувеличиваем, мы можем сказать о том, что все это происходит в интересах транснациональных корпораций, и мы тут не будем одиноки, потому что об этом говорит, например, Герман Клименко, советник президента по интернету, который в интервью на радио, которое называется «Железная логика», у политолога Михеева сказал об этом, что да, за этим стоят транснациональные корпорации. Совершенно открытым текстом. Тут, Людмила Аркадьевна, мудрить особо не надо. Да? Мы хорошо знаем, что интернет – это американская сеть. И что бы там ни говорили, так как эта сеть американская, то в своей фундаментальной базе она имеет американское программное обеспечение. Это американское программное обеспечение – судя по тому, как Microsoft ожесточенно, несмотря на огромные штрафы, отказывается предоставлять исходные коды своих программ, имеет закладки, предназначенные для перекачки информации из одних районов в другие. Или наоборот, блокады какой-либо информации и паралича вообще жизнедеятельности общества за счет этого. Это говорит о том, что любое государство, а в первую очередь Россия, сегодня, включаясь в эту сеть и используя эту сеть для создания вот таких баз данных, которые технически и пространственно вроде бы разнесены, но имеют единый общий доступ, и за счет этого, будучи объединенными этой самой сетью, превращается в единую базу данных. То есть получается, что за счет этого вот эти вот самые силы, которые стоят за созданием вот этой сети, а это американские спецслужбы, получают доступ ко всем гражданам России. Более того, хочу заметить, что получается у них не просто доступ ко всем гражданам России, но получается доступ ко всем деталям родственных связей, здоровья, технических аспектах жизнедеятельности, материальных тех аспектах жизнедеятельности. И, используя это, на каждого человека у них появляется досье. Причем это досье не в виде какой-то вот такой толстой книжки с пожелтевшими страницами. Это компактная информация, хранящаяся в некой базе данных. В режиме реального времени, хотел бы добавить. Совершенно верно. Чем это грозит? Это грозит тем, что, зная настроение слоев общества, зная их уязвимые, скажем так, в информационно-психологическом отношении аспекты, больные точки, кто-то чем-то волнуется, очень легко, вбрасывая соответствующие блоки информации, через интернет, радио, телевидение, управлять массовым сознанием, а это означает управлять государством и обществом. Более того, Людмила Аркадьевна, как вы откомментируете тот факт, что в России выпуск электронных документов, электронных карт поручен частным банкам, а не государству? Или хотя бы государственным банкам? Ну, я не знаю, еще у нас сколько государственных банков. Так, сразу вопрос. Ну, это да. Но формально у нас Госбанк, это государственный банк, это Сбербанк. Там полностью контрольный пакет акций за государством, хотя его тоже хотят приватизировать. Ну, Сбербанк, тем не менее, является одним из операторов вот этих изменений, о которых мы с вами говорим, и он, наверное, даже еще вот идет как флагман, и он предлагает те изменения, вот как раз на обсуждении президента это было в Новогорево, когда вот проект обсуждали «Цифровая экономика». Нам нужно понимать, что это в первую очередь в интересах банков делается. Банки получают контроль над гражданином, потому что принципиально иные отношения в обществе должны быть. Информация превращается в новый товар, в новый продукт, который капитализируется в наших глазах, создаются новые рынки. И вот эти рынки уже успешно, ну, или усиленно делятся, успешно создаются, усиленно делятся теми, кто в этом заинтересован. Это представители банков, безусловно, в первую очередь, это IT-сфера, да, то есть информационные технологии, и мобильные сети, мобильная связь, вот эти наши телефоны, все это огромные там деньги за вот эту цифровизацию связи. И они как раз сейчас, вот продавливая вот этот проект, продвигая его, который, как я уже говорю, не имеет аналогов нигде вообще в мире, это единственный такой вот у нас просто прорывной, по созданию информационного продукта, а мы видим уже проявление вот этих изменений, когда нам выступает там правительство, говорит, давайте назовем информационными продуктами информацию, да, придадим вот ей цену, давайте мы там введем криптовалюты, давайте мы перейдем уже в другую сферу, значит, переведем экономику. Вот эти вот эти структуры, они как раз сейчас усиленно создают каждый свой сегмент. Вот на наших глазах. И там вот 8 сегментов в этом проекте «Цифровая экономика Российской Федерации» прописано. Какие? Ну вот первое – это государственное управление. Хотя... А, то, что вы называли в самом начале передачи. Да, государственное управление – это очень важный момент, потому что там предполагается уход государства вообще из государства, превращение его в цифровую интернет-платформу, с дистанционным доступом к гражданину. Вся забота государства, у нас же еще по Конституции мы социальная Россия, социальное государство, то есть должно заботиться о гражданине. Все эти заботы переводятся в сферу услуг полностью, и эти услуги должны быть возмездные, платные, через единое окно, к которому мы уже привыкли, да, МФЦ приходить, будут осуществляться вот такое взаимодействие принципиально, как написано в программе, дистанционное. Никакого живого чиновника вы не увидите, и никто в вашей судьбе участвовать вживую не будет. Будут создаваться какие-то модули программ, которые рассматривать будут различные ситуации жизненные, для того, чтобы в какой-то ситуации вам выдавать, как, знаете, попугай-билетик, да, на разные случаи. Так у вас будет какой-то ответ на этот случай выходить, если вы с чем-то будете обращаться. Тут важно что? Что вот вы спросили про банки. Банки сейчас получили право, единоличное монопольное право идентификации, аутентификации гражданина в своих банковских структурах в электронных сетях. И это будет единственным и главным идентификатором гражданина. То есть сейчас они получают право говорить тебе, что ты Иванов, это Иванов. Потом ты, когда придешь к государству в своем личном кабинете, каждый будет обязан свой личный кабинет открыть, в своем личном кабинете попытаешься получить какую-то услугу, именно банк скажет, что ты Иванов, это ты Иванов. То есть аутентификация произойдет именно с помощью банков. И банки получили, как вы верно сказали, право выдавать гражданские паспорта уже с 1 июля. Они уже заменяют МФЦ, вот эти вот центры многофункциональные. И сейчас мы к ним будем приходить за тем, чтобы они нам разрешили жить, да, вот, чтобы они нас идентифицировали, зарегистрировали, дали документы, там, помогли нам в чем-то, ну и деньги дали, безусловно. Людмила Аркадьевна, но ведь паспортная система государства, система идентификации личности – это основа основ существования общества. И эти системы должны находиться безоговорочно и однозначно в руках государства. Какие банки? Ну вот мы с вами и видим тогда, где же государство. То есть, попросту говоря, да, власть над обществом начинают захватывать банки. Абсолютно верно. Мы можем так это говорить? Да, конечно. Тогда возникает другой вопрос. С одной стороны, банки владеют финансовыми рычагами, с другой стороны, получают уже административно-политическую власть, причем эта административно-политическая власть не является ни выборной, ни каким образом на нее, на эту власть повлиять общество не может. Никак, конечно. И что же это вместе получается? Диктатура банковская. Абсолютная тоталитарная банковская диктатура. Да? И по всей, то, что вы рассказываете, значит, речь идет о построении иерархии этой диктатуры, начиная от глобальной, транснациональной и кончая региональной. И во всей этой катавасии Россия, как говорится, впереди всех, с сатанинским знаменем в руках, вот, ведет наш народ и народы других цивилизаций, других стран вот в это самое бантовское рабство. Интересная картина, да? Да, она ужасающая. И... А почему именно Россия? Ну, я думаю, мы так тоже думали с экспертами, почему именно Россия. Наверное, все-таки надо отталкиваться от того, что Россия сейчас единственная удерживающая ценностный. Да, вот вокруг России, вокруг того, что она еще верна своим ценностям, она сплачивается другие государства. Да? Вот поляризация мира-то произошла после того, когда Россия сказала, что мы не уступим наши ценности. Помните, в 2012 году закон там, о запрете пропаганды, извращений. Да, да, и это вот послужило сигналом. И вот если Россию поломать в этом отношении, то остальные страны просто по умолчанию пойдут туда, как вот вы обозначили, в ту самую диктатуру и вот, с сатанинскими знаменами. Людмила Аркадьевна, но у нас есть президент. Да? Президент, мы это видим реально в средствах массовой информации, по его практическим действиям является реальным защитником интересов России. Причем, надо заметить, что вот эти все инициативы по принятию законов против пропаганды половых извращений, все это идет от него. Угу. То есть он реально борется за это. Почему он молча смотрит и не препятствует продвижению вот этих откровенно антигосударственных инициатив? Ведь понятно совершенно, вот я в 2005 году, когда был направлен Государственную Думу решать задачу по поддержке с нашей стороны принятия этих законов, разговаривал со специалистами наших спецслужб, ФСБ, наших МВД, которые жестко выступали против создания вот этих единых баз данных. Сейчас я не сомневаюсь, что наши спецслужбы придерживаются той же позиции. Почему тогда какая сила продавливает и нашего президента, и наши спецслужбы, и нашу всю систему управления? Что же это за мощь у этой силы? Ну, тут, наверное, несколько аспектов нужно рассматривать. Хотя я хотела бы еще предварить вот то, что я говорю, тем, что все-таки нас слышат, потому что Совет Безопасности Российской Федерации, Совбез, заседал 30 июня после всех наших вот уже обращений и как раз говорил об опасностях цифровизации государства и включение экономики России в наднациональную, такая формулировка была, цифровую экономику. То есть опасность видна. Другое дело, что вот мы сейчас имеем, скажем, перед собой документы, в которых разбираться могут, наверное, только некоторые эксперты, достаточно узкие, которые очень глубоко в этой теме находятся. Потому что документ, как я уже сказала в начале нашего с вами разговора, наверное, все-таки не у нас написан, он очень грамотный. На наш взгляд, он писался много-много лет для того, чтобы и охватить необходимые темы, и назвать их так, чтобы не было понятно, как простому человеку, что там за этим стоит. И... такой и даже птичий язык, и читать его совершенно скучно, неинтересно, и разбираться в нем совершенно не очень хочется, и вот такая вот пачка бумаг. Мы анализировали даже заседания, смотрели много раз съемки заседания Новогарева, когда представляли этот проект «Цифровая экономика» президенту, и мы увидели, что никто не говорит о сути тех изменений, которые говорят о цифровизации личности, о создании электронной личности, которая станет продуктом, товаром, которым будут владеть банки транснациональные. Все говорят, давайте, это прорывные технологии, давайте нам, а то все уже принимают, а мы нет. И президент говорит об этом, что да, технологии нам нужны, нам нужно быстрее прорываться, а то мы не успеем, и значит, нас все обойдут. Идет громадная подмена и обман. А вот то, что там внутри, вот, информационная блокада не дает рассказать о том, даже тем, кто хотел бы, наверное, о том, что на самом деле внутри там заложено. Это первое. Второе. Мы столкнулись с тем, что даже серьезные специалисты не знают, что такое из себя представляет цифровая экономика. Специалисты имеют в виду в сфере экономики. Они не понимают сути, содержания этого понятия. Мы столкнулись с тем, что очень многие не понимают того, что нам принесет криптовалюта, о которой сейчас заговорили вдруг. Во всех странах тоже запрещена она. Где-то она не запрещена. В России она запрещена, криптовалюта. Да, предполагается, уже Центробанк заявил, что давайте вводить криптовалюту. И мало того, она должна стать основанием, главной основой этой новой цифровой экономики. И мы все должны перейти в технологии блокчейн. Но технология сама по себе ничего не... Ну, как бы, это как топор, да, там у мясника, топор у убийцы, топор там... И также и с ножом. Это технология. Вот цели, в которых она применяется, это очень важно. Да. Технология, она технология распределенных данных. Она помогает обрабатывать и обсчитывать огромные массивы, просто огромные массивы данных. В этом отношении она очень полезна. Но предполагается технологию блокчейн сделать основой нашей экономики и государственного управления. А она им предполагает децентрализацию, то есть отсутствие руководящего звена. Вот вы говорите, где государство? И когда нам говорят, что в этом проекте записано, что мы переходим на платформы, на технологии блокчейн во всех сферах нашей жизни, то тогда мы с вами говорим, а где же наше управление? И тогда мы смотрим на образец, как это все будет выглядеть. Вот Яндекс.Такси, да, о котором все наслышаны. Ты там позвонил в любой точке страны, а тебе такси пришлют. А при этом, правда, вот 300 тысяч таксистов в Москве вылетели, как говорится, с работы, они потеряли эту работу. Почему? Потому что это пришли айтишники в такси, они взяли эту сферу и как пилотный проект обыграли, как это вот блокчейн, как это агрегаторы такие электронные помогут эту сферу отрегулировать. И произошло следующее, звено управления полностью вылетело. Сидит мальчик на компьютере, у него есть программа, которая тебе направляет таксист оттуда и оттуда. Такси стало дешевле, для нас это удобно. 300 тысяч человек потеряли работу. И тот цифровой интеллект, который помогает, да, вот, который должен стать основой этих всех новых изменений, он как раз вот приходит на замену всей нашей обычной жизни. То же самое будет с здравоохранением, образованием. И вот нам сейчас в этой проекте «Цифровая экономика Российской Федерации» два блока: цифровое образование, цифровое здравоохранение. Это замена наших привычных схем на то, что выглядит, как выглядит такси, Яндекс.Такси. То есть у нас не будет управленческого звена, у нас будут айтишники сидеть, которые вот этим будут всем владеть. И мало того, они будут владеть информацией, а это сейчас уже происходит, электронные больничные, электронные там, истории болезни. И они все это будут, мало того, объединять. Там очень много предполагается контроля над личностью, там цифровые траектории развития личности, там успешности, там стратификация граждан по их успешности, по использованию. Образование должно перейти в онлайн-режим в чистом виде и направлено только на цифровые навыки и компетенции. Люди будут, значит, самотестироваться в интернете на предмет, на уровне овладения цифровыми компетенциями. А для того, чтобы потом они подтестировались, им предлагаются уже платные курсы, чтобы ты там поднял свой уровень, а потом тебя уже проверяет робот, электронный интеллект, как идеальный, на то, насколько ты способен вписаться в новое общество. То есть, попросту говоря, речь идет о том, что наше чиновничество, наш управленческий аппарат вылетит в трубу. Вылетит. Они пока этого не понимают. Они сейчас рьяно просто вот это все продавливают. Они не понимают, что это сделается в интересах небольшой кучки. Там миллионеров-айтишников в нашей стране, там Международного банка, там, всемирных банков. И, то есть, в интересах установления банковской власти, да, над миром. Верно. Больше ничего. Да, да. Люди недалекие и неумные, да, которые этому способствуют. Да, да, печальная картина. Но самое печальное состоит в том, что управлять нашей страной будет уже не наша страна. Нет, и не наши люди. Потому что те люди, которые будут находиться под контролем этих систем, уже повлиять на работу систем не смогут. Более того, эти люди не смогут выбирать себе власть. Власть им будет дана от айтишников, ну, да, от миллиардеров. Ну, это будет власть миллиардеров. Да. Вот. А все остальные, так сказать, органы, типа нашей Государственной Думы, Совета Федерации, президента, правительства, станут, попросту говоря, не нужны. Не просто не нужны. Они, конечно, возможно, и сохранятся некоторое время, может, даже достаточно длительное, но они станут просто фигурами, ну, как бы сказать, формальными, да, никак не влияющими на жизнь людей. Все будет решать вот эти системы. Это, конечно же, абсолютно недопустимая вещь. Но надо добавить еще один важный нюанс к этому всему делу, что когда в руках банков, а надо напомнить нашим гражданам, что банкиров никто не выбирает, они сами становятся хозяевами жизни, сосредотачивается власть как материальная, так и информационно-политическая, информационно-психологическая власть, когда они уже начинают по своему усмотрению стратифицировать людей по успешности, по специфике их жизнедеятельности, здоровья, то это означает только одно. В мире устанавливается такая власть, в сравнении с которым древнеримское рабство покажется полной свободой. Против этого надо бороться. Надо бороться за то, чтобы остаться людьми. Надо бороться за право остаться людьми. Вот этот главный тезис надо людям понять. И еще одно. Людмила Аркадьевна, а не попахивает ли здесь серой, как говорил в светлой памяти Уго Чавес? Я думаю, что этот запах просто вот стоит в воздухе, что, я думаю, это первое, что напрашивается, когда ты видишь эту картину, когда читаешь эти бумаги, и когда понимаешь, что это, ну, они имеют инфернальный характер, и что другого определения этому не подобрать. Воистину, мир на пороге бифуркации, грандиозного скачка. Только куда он будет? Подумайте об этом. Дорогие граждане, дорогие слушатели, зрители, и задумайтесь о том, что это все надо останавливать. Людмила Аркадьевна, спасибо за интересную передачу. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Ну как?